Искра, буря, безумие. Их специализация – многотонные балки, мостовые, электрические краны и эротические календари. Да-да, вы не ослышались. Каждый Новый год они превращаются, например, в лесных охотниц, светских львиц и футбольных болельщиков. Ну, а почему нет? Роль мужа, главы семьи, который взял на себя женскую роль по уборке помещений. Если мужчины немного стесняются необычного амплуа, то вот девушки наоборот. Несколько календарей на рабочем столе. Большинство героев уже не в первый раз участвуют в подобных фотосессиях. Чисто по-женски, да, это интересно. Каждая девушка любит красивую обстановку, красивый макияж, прическу, антураж. Поэтому, да, это очень интересный как бы элемент развлечения. Подобные календари на Челнинском заводе выпускаются уже 11 лет. Подарки с оттенком ню получают постоянные клиенты компании и новые заказчики. Участвуют те люди, которые проявляют сами инициативу, которые болеют за свое предприятие, которые относятся лояльно к своему предприятию. Они знают, что это делается для наших клиентов. Клиентам на радость, профессии не в тягость. Так заводчане доказывают, что красота есть во всем и у всех. Слава Тухмадуллин и Шатаюпов, Альбер Шифигулин, ТНВ, Набережные Челны.